аквариумный LED-светильник фирмы Сансан Ado Power. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим аквариумный LED-светильник погружного типа производства Китай. Их много разновидностей, они светят разным спектром. В данном случае это освещение Power, похоже на лампочки Power Glow японского производства. Данный спектр позволяет нам ярко осветить рыбу и помогает росту живых растений. Что мы видим перед собой? Это LED-лента, которая находится внутри стеклянной колбы. Колба сделана со сверхпрочного стекла. С двух сторон она герметично закрыта. Данный светильник можно использовать как и погруженным полностью в воду, так и снаружи. Для того, чтобы его зафиксировать под водой, его можно закрепить на две присоски или просто придавить каким-то аквариумным большим камнем. Вариант номер два. Его можно поставить под ребро жесткости с помощью присосок, и он будет направлять свет в аквариум. Вариант номер три. Это берем аквариумную крышку любого производителя, к примеру, с неработающим освещением или с работающим, но для увеличения яркости. Можно монтировать с помощью двухстороннего скотча или на аквариумный силикон. Таким образом, очень прост в монтаже. Имеет преимущества, какие еще, недорогой, очень экономичный. В данном случае 60-сантиметровый светильник потребляет всего лишь 11 Вт. То есть простой, надежный, недорогой. Вот его основные преимущества. Давайте его включим. Выключим свет. То есть уровень яркости очень высок. За счет того, что в этой погружной лампе еще за LED-лентой встроен отражатель направленного типа, он не будет давать возможность освещать все вокруг, а только сфокусировал на луч прямо в аквариум. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь по вопросам приобретения данного товара. Переходите по ссылочке ниже. Спасибо, до свидания.